Здорово, дружище, как обычно, не забывай про пельмени, про вкусняшки, про чай, про все вот это вот, чтобы тебе было с комфортом и удовольствием смотреть мое ужасное видео. Здорово, здорово, давай усаживайся там поудобнее, не забудь про княжеский лайк, не забудь подписаться, там посмотри в описании соцсети, может быть на телеграмчик, твич, не знаю, дискорд подпишешься, еще что-нибудь сделаешь, но не суть. Я это видео записываю какого числа? 1 числа в 21:17. Выложу его хер знает когда. Потому что, во-первых, сегодня я целый день занимался какой-то прокрастинацией. А во-вторых, завтра мне нужно будет уезжать, отвозить семью в другой город. И не знаю, во сколько домой вернусь. Короче, вообще все не по плану. И сейчас у меня такое видео будет... мягко скажем, наверное, не позитивное. Давайте попытаюсь без оборванных мыслей вам все объяснить. Видите, у меня 1 110 000 сил, и как бы силы должно быть больше. Все почему? Потому что я до последнего надеялся, что вот-вот-вот я заберу механоида Альфу, да? Вот для него держал место, потому что ресурсами я не могу разбазариваться, я не могу сейчас взять допа прокачать, ему 10-й прорыв сделать, потом его, скажем так, сливать и там ставить какого-то недостающего героя. Потому я держал место. Но по сути я все это делал зря. Сегодня мы будем забирать шарики-фонарики и, ну, соответственно, донатить и, короче, смотреть, что из этого получится. Вот. А с чего хотелось бы начать? Я на что надеялся? Смотри, у меня просто, видишь, ситуация такая патовая. Вот у меня механоид Альфа. Где-то кусок говна, блин, тварь гребаная. Вот у меня механоид Альфа. 175 осколков, то есть не хватает 25 осколков, чтобы получить этого говна бесполезного героя. Но, тем не менее, плюс для судьбы, плюс для силы, и вот это вот все. И как бы и не забываем про коллекцию. Ждал, думаю, ну ёпта, ну выскочит что-нибудь выгодное, да, там еще шарики, ну 25 осколков, господи, что там, вот так вот сделал, да, и все хорошо. Но нет. И как бы думаю, вот там один парящий остров пропустил, другой, думаю, ну вот сейчас как раз тут фонарики, парящий остров, да, все дела. И что-то я отстал от этой донатской жизни, давно не донатил, да. Захожу сегодня такой в парящий остров, думаю, у-ху, надо выбирать пак, который покупать, чтобы пыли было побольше, да. Вот, и сейчас возьму, ну по-любому выбью механоида Альфа, да, даже несмотря на всю мою, скажем так, на все мое невезение. Окей, думаю, захожу такой в награды. Оп, и такой, блин, вот так вот. О, а этого механоида-то, говна механоида, мать его, Альфа, нету, все убрали. Это, знаете, чисто стандартная аджиджишевская. Короче, это стандартная гребаная наебалова из офиса Китая IGG. Вот они добавляют каждый, сука, месяц. Не пропускают. Добавляют гребаных своих донатных героев. И чё? И вот ты момент какой-то его не купил, да? И все, и болт соси, а потому что хер ты его получишь, типа, пошел в жопу. Не, я, конечно, понимаю, будут выскакивать эти акции с этим героем, наверное, но ситуация, конечно, мягко скажем, ни о чемная. Ну, это, не знаю, может, тут какой-то пример других героев. Механоид Альфа, Мастер Рун, ну, Леди Божество, окей, последних этих там донатных получить. Может, ну, короче, мне не нравится, какие-то залупа. И все! И все, Сашка князь обломался. Вот у меня эти фонарики. Мы, конечно, сегодня возьмем это все задонатим, откроем там ништяки, да. Вот у меня фонарики. А, тут просто бесполезная херобора, да, потому что, ну, вот четвертый фонарик мне абсолютно нечего выбирать, потому что у меня все оттуда есть. Вот, тоже через жопу это все распределяют. Здесь я выбрал пыль. Ну вот здесь выбрал 50 осколков фанатика. Ну вот как-то так я сейчас это буду забирать. Посмотрел тут разные варианты покупок говна. Было бы классно купить пак за 700 рублей. Тогда у меня была бы попытка, к примеру, затонувшие сокровища. Но что-то я там не верю, что у меня с одной попытки там получится что-то невероятное достать. О, кстати, фонтан желаний, да? Не знаю, что... Ну давай... Ой. А, ну и что, и ничего. Окей, не верю, что мне там получится что-то достать, потому мы сейчас берем и, грубо говоря, покупаем вот этот вот пак за 1800. А у нас акция 1+1, соответственно, мне придет много самоцветов, которые я попробую, наверное, потратить на роллинг созвездий Мисс Магии. Я же до сих пор там ни хрена не выбил.
А вот такой ящичек придет. Там будем надеяться, конечно, что получим осколки этого говномеса, очередного бесполезного донатного героя. Ну, хотя там типа против Барда, да, но сейчас как бы, когда есть демон этот, блядь, вообще похер, или Динамо, как он там называется, вообще посрать, вообще похер, я быдло, понимаете, я быдло. Так, вот просто, вот, сука, бесит меня все. Короче, сейчас это куплю, и мы продолжим. Так, ребята, ну что, у меня получилось. У меня все получилось. Что, так, я купил, получаю тут самоцветы. Получаю уже вот эти вот бонусы, и надо будет ждать долго и упорно, пока придут бонусы, скажем так, ой, у меня там дочь на заднем плане кричит, пока придут бонусы 1+1, будем ждать. Ну, кстати, разработчики, знаете, они забыли, они бы могли вот эту вот штуку тут вспомнить про то, что тут есть счетчик самоцветов, да, и как бы уже все давно его собрали, могли бы туда еще что-нибудь добавить интересного. Но уже, я, судя по всему, несколько лет они там ничего не меняют, им как бы похеру. А, пакет накопления можем собрать. О, слушай, а давай еще вот это соберем. Тут буквально мне не хватает 200 самоцветов. Ёлки-палки. Ну, давай. Так, ребята, все, выполнил, все, купил. Забираем вот эту штуку. Ну, тут вот эти камушки, по идее, нужны. А на остальное, по сути, похеру. А тут что мне из этого надо? Ну, как бы карты созвездий, да, смена. Значок таланта титула. Ну, как бы окей, да, но про это, грубо говоря, мне особо париться не надо, потому что у меня сила не так быстро растет, а там уже по силе все на максимум прокачано. Тут уже интереснее. Тут уже сундуки, оттуда могут падать полезные ресурсы. Эта штука полезная. Камень порядка пригодится. Ну, руна таланта 10 уровня. 317 штук у меня. Давай, собираем. А так, временные акции, все. Так, еще самоцветы получили, да? Ага. Ну, давай, полетели. Давай, бонусики. Бонусики уходят. По сути, где-то потратил там 600 рублей, да, вместе. Ой, ладно. С чего мы можем начать? Я даже не знаю. Так, вроде все бонусы пришли. Фонарики. Господи, наши невероятные. Сумасшедшие. Фонарики, друзья. Фонарики желаний. Заходим. Не останавливаемся. Мы это все, типа, можем забрать, да? 1500. Книжки 150. Да, книжки у меня что-то начали заканчиваться. Пыль, опять же. Так, и фанатик. Все это забрали. Все это, опять же, попадает к нам на склад. На складе что у нас по подаркам? Вот, самоцветы. Мы их расчехлим. 8 тысяч, друзья. 8 тысяч. Это вам не письки на заборе рисовать. Ну, места на складе у меня много. В отличие от тех людей, кто мне дает аккаунты на роллинге, я чищу свой склад. Ну, как бы, как-то вот у меня вот так вот. Будем это все сегодня, ребята, открывать, смотреть, что у нас выйдет по ресурсам. Но перед этим всем, конечно же, зайдем в Парящий остров. И давай расчехлим все вот это дело. 240 у меня осколков получается. Ну, давай быстро просто тыркую. Плевать, вы и так заметите, что там падает. Просто потом в конечном итоге посмотрим, ребят, на результат. Хватит. И у меня все это дело, грубо говоря, заканчивается. Замечательно. Забираем. Ну, 1600, так. Ну, такое себе. Реально, такое себе. Ну, глянем. Герой. Так, герой, это все не то. Слушай, у меня 16 тысяч самоцветов. Ладно, подожди. А, у нас же есть еще акции, господи. Рулетка удачи. Сейчас-то мы попытку... А, 0 попыток, ваши очки 2000, а осталось попыток 0. Уроды. Счастливое число. Ну, может, хоть счастливым числе мы тут... О, два раза крутанем, друзья. 100 орденов. И семерка, ясно. Императорская кузница. Что тут было? Так, что тут? Мешок Prime. 13. 1%. А, давай рискуем. Как бы, нам понимаешь, нам терять, грубо говоря, нечего. Ковать, шансы нулевые. Но даже если там было 50%, шансы все равно были бы нулевые. 80% бонус, затонувшие сокровища. Там нам не дадут попытку.
Да, осталось шансов ноль, там надо все-таки за 700 рублей донатить. Фонарики желаний забрали. События. Магазин скидок. Дерьмо. Парящий остров. Уже прошли. Подарочки от VR. Древо желаний. Фонтан желаний. Сокровище бога грома. Все херня. Так, у нас 16 тысяч самоцветов. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Я не знаю, друзья, но знаю. Так, значится, мы заходим сюда. Мне просто уже из принципа хочется эту суку прокачать, ребята. Вы уж извините. Снаряжение. Так, руны снаряжения. Созвездие. Или уже, ладно, в другой раз уже не затягиваю данный видос. Нам еще ништяки там полчаса открыть. Давайте лайки ставим, и я побыстрее выпущу роллинг этого гребаного созвездия. Ну, то есть, ну как роллинг созвездия? То есть я там, грубо говоря, очередной раз просто просру самоцветы. Вот все, я не знаю, я уже больше 100, наверное, 120 тысяч самоцветов потратил, чтобы мисс магии выбить, попытаться выбить, да, пятое уклонение. Это просто жесть, это какой-то, гребаный заговор. Я не знаю, ребята, как это по-другому объяснить, но просто полнейшая жесть. Я думаю, там мы просто увлеклись сейчас в последнее время пельменем, и надо тут по основному аккаунту видосы повыпускать, надо силу качнуть, да, вот это вот все, как вы любите. Поковыряться, у меня там еще... собрались, ребят, собрались у меня тут эти осколочки, ну, там, повторки этого бесплатного эпика, я там смогу первую эволюцию сделать. Ну, что тут? Давай, да открываем сейчас по-быстрому и вообще, и посмотрим, что у меня по ресурсам, потому что, как бы, копятся они, к сожалению, не особо быстро. Так, это ерунда. Это ерунда. Так, это тоже, редкая карта. Когда-то, как бы сейчас это смешно не звучало, но когда-то о них тоже мы очень сильно мечтали. Даже об этих картах. Ну, так. Что тут? Красные камушки. Окей, допустим. Дальше тут что у нас? Кулачки. Это какого? А это седьмой уровень. Значит, нам неинтересно. Мы-то ищем маскировку. Так, тут что? О, исцеление. Как же я тебя ждал. Тут что? Абсолютно. Ну, то есть, ну, кроме книг, мне отсюда больше, по сути, ничего не надо. То есть, остального у меня всего вдоволь. Как бы, ну, скажем, такое себе. Ну, не особо я там, может быть, на самом деле, зря докидывал я 200 рублей, потому что от этих сундуков мне особо толка нет. Ну, здесь, да, ну, тут по 50, видишь, тут по 50. Ну, здесь книг нафармлю, я надеюсь. Как бы, книг нафармлю, это будет хорошо. Вот. Ну и может тысячу какую получится получить камней пламени лишних, а может даже пару тысяч, нет, тысячу, в лучшем случае. Вот. Зато книги, окей, зато книги, ладно, я не ною, я не жалуюсь. Так, тут у нас что, какого уровня? Это вообще типа первого, что ли? Серьезно, как же я жил без этого? Так, тут у нас все бесполезное, ненужное. Наборы почтений тоже могли бы уже изменить. Ну, прям позорище какое-то. Ну, прям реально позорище. Так. От мусора избавляемся, друзья. Тут у нас что? Так. Тут у нас тоже мусор. Это у нас что? Тут у нас тоже мусор. Так. Тут, о, давай, 200 питомцев. Хотя там уже большинство не на максимум прокачано. Ну, типа, нам не жалко. Откроем. А, нам же это, типа, для супер питомцев их использовать, да. Потому... Открываем. Так, ну что там? Давай, не останавливайся. Так. Замечательно. А тут что? Мифический сундук защиты. Тут эти осколки. Невероятнейшего героя. Лисы. Вот, правда, опять же, лиса мне не нужна, но на более-менее прокачанных бездонатных аккаунтов. О, 6 десятых эмблем. Ну, надеемся на получение маскировки. Хотя хер там она мне упадет. Но я же был прав, пацаны. Я же был прав. По-другому никак. Здесь на что мы надеемся? Ну, мы надеемся на вот эти вот камушки. Они тоже хер нам упадут. Вообще ни разу не упали. Просто шикардозы. Судьба стоит на месте. Тут говно. Ну и тут мы надеемся на этого колдуна. Но чтобы упали. О!
Целых 10 осколков, господи. Какая щедрость, IGG. Вот прям, знаешь, встретил бы, расцеловал бы вас вон. Еще подсосал бы за такую щедрость. Просто невероятно, блядь. Это офигенно продуманная акция. Вот. Очень продуманно. Очень продуманно добавляете новых героев. Прям респект и уважуха. Всегда ждем. Вот каждое обновление. Думаю, типа, когда очередного говна IGG добавят? Типа, вот мечтаем, понимаете? О говне, понимаете? Просто я говорю. Так. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Так. Ну и вот и как бы 19 штук накопилось, но все равно что-то смогу прокачать. А тут смотри. А тут смотри, надо будет посмотреть скины. Но это уже потом как-нибудь в другом видео, друзья. Меня интересуют книжки. 3000, но уже хотя бы что-то как-то, зачем-то, почему-то. Уже что-то есть, уже не стыдно. Не так больно смотреть на склад. 4000, господи. 12000 накопилось камней пламени. Это значит, скоро будем прокачиваться. Камень порядка, это мы сможем прокачать, я так понимаю, фракцию. Но это уже в следующем видосе, ребят, уже будем силу прокачивать. По полной программе, я думаю, 1007 намутим, точно. Вот, на этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Короче, извиняюсь, что видео было немножко негативно, но поверьте, ну вот просто заебали. Говномесы гребаные. Ну, потому что уже злости, сука, не хватает. Злости не хватает. Вам удачи, вам спасибо, вы красавцы. Пока.